Самый большой грек это неуважение к родителям. Есть дети, которые не разговаривают, да, там с папой, мамой, там бабушка, дедушка. Я считаю, это самый большой грек. Человек, который дал жизни, растил, да, бывает какие-то обиды, но я считаю, что это самый большой грек, когда я знаю кучу людей, которые отказывают просто разговаривать даже с родителями. Это самый большой грек в жизни. Нельзя это делать.